Мы взяли на себя непосильную, наверное, задачу прокачать сразу две секции в течение 2 дней. Вчера «Игросфера», а сегодня «Люди в сетях». «Игросфера» у нас удалась ровно наполовину, потому что после 3 часов дня часть наших докладчиков, к сожалению, не смогла приехать, хотя там были очень интересные питерские гости наши. Вот, но жара их подкосила. Некоторые просто реально, мы устроили конференцию по скайпу, они звонили и говорили: у вас что, правда, 40 градусов, как хорошо, что мы не приехали. Ну, как-то так получилось. Тем не менее, вчерашняя секция «Игросфера» началась с 2 докладов наших замечательных гостей из США, которые рассказывали про то, как бренды играют с людьми, и как люди могут использовать это для персонального брендинга. Это была история про айдентику. А далее у нас был такой доклад с вовлечением и с играми от проекта «Игровед». Я думаю, что многие, кто участвовал, видели, что настольные игры не только не умерли и не уступили свое место компьютерным, но и развиваются, и могут найти свое применение очень много где в психологии, в бизнесе и в других вещах. Вот. Что же касается сегодняшней сессии, она прошла весьма бурно, хотя тоже какое-то количество докладчиков сегодня не приехало, но мы очень четко с 12 до 17 прослушали порядка 10 докладов. Мы говорили про будущее мейтинга, про будущее геолокаций в интернете, про будущее социальных сетей в общем и про будущее нишевых социальных сетей. И даже успели здесь провести один маленький такой благотворительный процесс. Мы помогли нашим друзьям из питерского экологического центра ЭКОМ разработать, скажем так, базу коммуникационной стратегии. ЭКОМ занимается тем, что мешает властям вырубать парки Санкт-Петербурга. Вот. И у них большая проблема в том, что они не могут объединить достаточное количество людей для того, чтобы не делать это самим в одиночку, а чтобы жители Петербурга помогали. Вот. И благодаря нашим прекрасным спикерам нам удалось им открыть глаза на многие моменты, и вот этот проект на будущее заложить какие-то основы. Вот. И хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня был вот на секции «Социальные сети», хотя мы сидели под уютным тентом, но все равно под солнцем, и аудитория плавно переместилась из этого угла в этот, там, где сейчас находится тень. Я рассматриваю, что сегодняшняя сессия «Люди в сетях» была весьма успешной, и многие из вас, я думаю, массу интересного и нового и полезного узнали и увидели. Большое спасибо всем.